Сюжет данного сериала повествует о невозможной любви Феррита и Назлы. Назлы больше всего на свете желает открыть собственный ресторан, стать профессиональным кулинаром, научиться японской кухне. Пока она студентка, чтобы заработать на проживание, обустраивается на временную работу, становится личным поваром одного бизнесмена. Зовут ее нового шефа Феррит. Он богатый бизнесмен, и повариха Назлы в результате разных совпадений начинают сближаться. Затем открываются двери для невозможной любви. Посмотреть третью серию сериала «Полнолуние» на русском языке с переводом вы сможете уже 20 июля 2017 года. Всем спасибо за внимание, до встречи, ребята, и пока!